Дорогие дети, сейчас господин инспектор из мэрии проведет коротенький инструктаж, как вести себя в случае, если вас вдруг захватили в заложники. Всем лежать, никому не двигаться! Когда тебя похищают в четвертый раз, это уже начинает нравиться. Однако не все похитители знают, с кем они связались. И не смей платить выкуп. Что? Не надо. Трое в сумасшедшем доме. Двое в тюрьме. Судьба одного неизвестна. Дмитрий Дюжев, Мария Миронова и Никита Иванов в семейной комедии «Вождь разнокожих» в среду вечером на телеканале «Самара ГИС».